Слушай, а тут действительно какие эти тонкие работы. С чего это? С металла? Угу. Лучше сохранились, чем топоры, которые позже были сделаны. Внимание. Получается, металл более чистый, не подвергается коррозии. Ну да, но это же времен скитов, это же времен наших предков. Ну да. А то уже христиане, то уже какие-то половцы. То подделку есть... пошли делать. Да, то есть уже как делали обычно. Как попало. А скиты делали все идеально. Золотые изделия идеально детализированы. То есть там все соблюдено, все пропорции, все формы. Так и здесь. Элементы этой кольчуги, смотри, насколько ровные, насколько... Ну да, это же явно не ковалось каждое. Да ни в коем случае. Если кольцо еще можно, да, как бы там проволоку, там, ну, вытянуть. Ну, теоретически можно. Это точная штамповка, как и эти стрелы, это тоже штамповка. Машинная штамповка. Практически лазерное такое впечатление. Причем как бы... Как сейчас делают с 3D-моделей. Да, просто штамповка, которая такая объемная. Знаешь, у меня сомнение, что это штамповка. Тем более, смотри, получается какие-то вот как бы оттуда идет, что, ну, как отверстие. Смотри, как интересный этот момент. Ребра вот эти вот стрелы, они как бы являются соединяющим и укрепляющим этим, ну, для наконечника. Угу. Чтобы деревяшка как бы дальше прошла. И чтобы крепче Слушай, так получается 7-3 столетие до нашей эры, а христианство уже в 10 столетии, ну да, нашей эры. То есть практически 2000 лет до христианской эпохи. Камешек, он что, искусственно таким, да, создан? И это вот тут как паяные какие-то, ну, как в пластмассу, ну, как бы в какую-то. Колечко розовое, а беленькие с центральными темными. Это, так сказать, протостекло. Когда древние экспериментировали со стеклом, и были формы не... По-моему, книга его была «Украина, Русь». Сути дела, да, это изображение Мары, богини смерти. Она же Кали, изображаемая с высунутым языком. Она же, в принципе, Горгона, отчасти в греческой. Посмотри, какая проработка внутренней, вот этот бороздка, не бороздка, да, а наоборот, выпуклость. Зачем это? Дополнительное усиление. А вот трипольский орнамент на, ага, ободке вот этом. Да, и внизу так. Видишь, у основания лобуха кружочки. Угу. А, нет, они это. Я думал, они с... Или нет? Нет, не с... Непонятно.
Слушай, такая бронза четкая, да? Угу. Бронза лучше, чем современная. Видишь, ты говорил, что поржавело, все такое. Ну да. Видишь, древнее оно не ржавеет, древнее оно качественно, идеально, как лучше современного. Угу. А поздних времен, времен средневековья, видно, что примитив. Понимаешь, подделка, внешний эффект, лишь бы была суть, внутренность. Вот тут, смотри, это металл вокруг или как кожа? А, они как нитки похожи, да, чем-то обработаны, обмотаны, да, вот копье вот это. Да, нитка, нить, нить. Нить и как бы залито какой-то смолой, ну, как бы крепление такое. Да. Наконечник, смотри, тоже какой идеальный. Ну да. Металлический идеальный наконечник. И эта жила интересная какая тут. Хотя. Ну да, то ну, есть. Ну как бы и беременность видна, и. И грузия. Хоть, беременки. Допустим, некоторые пытаются сказать, что это вообще печенежские воины. Это половецкие. Ну да, половецкие печенежские. Хотя что-то у них и живут, и другие признаки не воинов как раз. Да, ну вообще-то половые признаки не головными уборами. Ну, а это, в принципе, доспехи изображены. Доспехи? Да. Орудия завоевания. Вы сами это видите? Не знаю. Покажите, а где у меня такой доспех специального воина? Ну, дело в том, что. И скажите, а вы для чего-то не таких нет? Так вот у вас же есть такие доспехи, вы как их используете? Ну, здесь, во-первых, виден живот беременной женщины. Здесь видны груди женщины. Некоторые тоже с таким животом. И, кроме того, здесь виден сосуд, который как раз по древним славянским преданиям изображался у богини знаний Веды. Нет, это половецкие бабы ставились на могилах великих воинов. Так, подождите, так бабы или мужики? Бабы. Видите, какая путаница. Все они называются бабами. Выглядит по одному, называется. А вы кто, баба или мужик? Ну так оно цепляет лучше, чтобы не мозги знаю. Включать. А, уже не знаете? Как вы не знаете? Ужас. Я говорю за эти статуи. Я за женщину, это ясно. Так ясно. А если с вас статуи сделать? Не надо с меня делать. Почему? Потому что. Ну, увековечим. Так а при жизни? Это не посмертно. На это... курганах, где выше курганки, выше раковые. Ну вот так все в официальной истории перепутано. Да, ну ладно, еще здесь как бы груди не выражены, да? Да. Ну и юбка, то есть. Шотландская. Воину было бы это неудобно в ней запутываться. Допустим, древние скифские воины и сарматские с древних времен на Украине использовали штаны, шаровары, то есть что-то такое. Потому что надо было на коней садиться. Слышишь, а вот все-таки область лица очень какая-то... А область лица вообще избитая, то есть... Здесь вообще непонятно, что это такое. Что тут было тогда? Оно слишком сильно как бы выходит. Стертое, да. Здесь, похоже, тоже сбито, да? Да. Ну, сбивали, то есть стачивали, чтобы под свою концепцию, так сказать. И тут тоже просто что-то было такое выступающее очень. Ну, нос там, не знаю, что-то еще. Ну, так а все равно как бы непропорционально, слишком уж вперед-то, знаешь, вот. Возможно, зооморфные какие-то черты. Вот, скорее всего.
То есть, скорее всего, это можно рассматривать еще как заготовку для человеческого облика. Или, допустим, для египетских статуй также было характерно изображение богини с головой львицы. То есть, возможно, здесь голова львицы предполагалась. Но чтобы не было понятно ни кто это, никакого пола, никакого вида, никакой нации, все это сточено, сбито. И причем, смотри, какой интересный факт. Оно было детально проработано. Вот. Ну да. Детализация вот эта вся. Да. А потом... То есть очевидно, что статуя это не заготовка, она была закончена. Но потом она, естественно, отбивалась, ноги, естественно, отбиты в древности. А потом, намного позже уже, отбивались груди, отбивался живот, делались насечки вот эти. Стачивались. И здесь камень еще даже не потемнел. Ну, да, то есть два этапа сбивания. И... А, до речі, цікавий рельєф. Зображений козак з булавою, зображений інший якийсь, з сокиркою такою цікавою. В этом, в котелочці такому. Молотки, що ні в яке порівняння з тими кам'яними не йдуть. Хоча це вже 16-17 століття. Так, смотри, ну все-таки спосіб ізготовлення виходить різний. Ну, звісно, різний, але тут грані не вдається добитись, щоб були рівні, ідеально грані. Не дивлячись на те, що таким способом легше добитись. Треба просто відлити і все. А там це шліфувати. І до того ж камінь має таку властивість, що його можна шліфувати і відколоти навпаки щось. І доведеться знову зашліфовувати цю впадинку. А з металом трохи легше. А от є така якби, теорія ізготовлення тих єгипетських керівників. А, відливання також. Ну, якби з ґрунту якоїсь. Не зовсім з ґрунту, з того ж піщаніка, який розмільчували спочатку, а потім робили щось на зразок бетону. Я проти такої теорії. Тому що немає свідчень такого. І геологи встановили, що не порушена структура цих блоків. Тобто не видно, щоб піщаник спочатку розмолували, а потім, якби його розмолували, то залишилися б сліди. Запорізька Січ, центр Запорізької Січі, церква Запорізької Січі. Зовні, кажуть, що це християнська церква, на ній християнський хрест, але що ж всередині? Древні хрести, на некоторых свастические символы, на некоторых древние руны и другая наша древняя ведическая символика, хоть и подается как христианская. Запорізька Січ. Будинок кошового отамана Запорізької Січі.
архітектура, що відповідає, в принципі, часам козацтва, все. Але дивіться на пірамідальний свод над входом до цього будинку та на знак Перуна, що присутній тут. Козаки з древніх часів були воїнами, а Перун – це бог, захисник воїнів. Тому і не дивно, що на будинку кошового атамана знаходився знак Перуна – бога, захисника життя, захисника воїнів, відновителя справедливості, захисника Руси України. Оглядаючи архітектуру Січі, архітектуру Древньої України, видно, що не лише церкви мали пірамідальні криші, мали пірамідальні криші і інші споруди. Тобто ступінчасті піраміди, пірамідальні криші – це один з атрибутів нашої древньої архітектури, який потім пішов до шумерів, до індусів, до інших народів. Предмет времен казачества за знаком Перуна, похожим на букву «Ж», помещенную в круг, означающий, что Перун есть бог-защитник жизни. Запорожье, остров Хортица. Мы находимся между автодорогой и музеем на острове Хортица. Тут, возле автостоянки, присутствует лавка с этнической символикой. Сейчас этнической символики нет, вообще продают. И далее здесь святилище Велеса. Наезд на надо сказать. Приближаемся к святилищу Велеса. Здесь интересным образом сделана арка, предваряющая подход к образу Велеса. И непосредственно подходим. И забор еще. Арка украшена изображениями голов Семаргла. Арка, в принципе, сделана достаточно канонично в духе сельских небольших святилищ богов, произвольных капищ, которые наши предки часто строили в условиях, когда у них не было священнослужителя, могущего дать правильную планировку ведического храма. Этот образ Велеса сделанный очень интересно. Коронна украшена рогами Велеса, ибо Велес в одном из своих вариантов предстает перед нами как волк, а в другом варианте предстает как вол с соответствующими рожками. За рогами Велеса восходит солнце, что в принципе может указывать на рассвет, на восход ведических знаний, ведической культуры в нынешнее время. Лицо также промоделировано достаточно хорошо. На образе Велеса присутствует подкова и некоторая другая символика непосредственно бога Велеса. Однако хочу сказать, что этот образ имеет ряд черт, которые противоречат канонам рахманской традиции путь Саагаста. Я понимаю, что даже само присутствие, даже импровизированного образа Велеса на Хортице или в любом другом месте, это прекрасно. Это устремление сознания к одному из богов, что, соответственно, может дать в дальнейшем подоснову для направленности ко Всевышнему. Но духовность требует чистоты, требует точности и качественности знаний и их применения. Согласно канонам рахманской традиции, образы богов желательно делать так, чтобы голова была вверх по росту дерева, а ноги или низ
соответствовали низу по росту дерева. Здесь же наоборот. Здесь получается верхняя часть того, что было деревом, то есть его ветки, закопаны вниз, а верхняя часть, то, что было ближе к земле, поставлена вверх, то есть немного перевернута природность. Также я хочу сказать, что общая симметрия этого образа, с моей точки зрения, недопустима при изготовлении образов богов. Получается, что здесь с одной стороны присутствует что-то, что растет из образа подобно руке. Эта рука доходит до пола и уходит в землю. С другой стороны, подобной руки не присутствует, а присутствует какое-то подобие ноги. То есть получается, что это какой-то кривоногий, так сказать, человек с одной рукой. Урод. Такая издали возникает симметрия. Принося свои извинения богу Велесу и тем образотворцам, тем славянам, которые создавали этот образ, я не имею за цель как-то дискредитировать их работу. Просто я хочу отметить некоторые нюансы, которые помогут далее людям при изготовлении правильных образов. Издали он выглядит очень несимметрично, очень непропорционально и, как я считаю, недостойно того, как должен выглядеть бог. Если у нас получаются ветки, символизирующие руки, то я считаю, что они должны быть симметричны. Или, по крайней мере, так, что с одной стороны одна рука, допустим, в одну сторону, с другой другая в другую. Все это детально промоделировать, сделать там соответствующую символику и так далее. Ноги также должны быть ровнее, лучше, соответствующие, символизирующие ноги человека, а не какого-то, извиняюсь, инвалида, у которого ноги в разные стороны. Эта фигура не вызывает у нас восприятия изображаемого как достойного, мудрого, сильного бога. Она похожа на какого-то эпилептика, который в припадке скорчился. Что очень печально и требует дальнейшей доработки как теми славянами, которые сделали это изображение, так и другими славянами при изготовлении дальнейших изображений. Ведь то, на что мы смотрим, влияет на наше сознание, что доказано и психологами, и что еще тысячи лет назад определялось ведами. Если мы смотрим как на идеал, а боги — это идеал, на какую-то корягу искореженную, у нас в сознании возникает такой же образ человека. Я считаю, что это очень недостойно и требует исправления. Желаю вам успехов в духовном развитии. Слава Ра! Остров Хортица – деревянный образ Перуна. Осмотрев этот образ с разных сторон, я не нашел какой-то традиционной принадлежности этого образа. То есть, в общем, этот образ и не рахманской традиции, и не Схорон-Ешславен, в отличие от того святилища деревянного, которое мы осматривали. Также этот образ не принадлежит к другим славянским традициям. Однако, в общем, все авторы, которые вырезали этот образ, воспроизвели основную идею. Они изобразили Перуна как достойного, могучего воина. Они изобразили его со священным мечом, знаком Перуна. Надлежащая симметрия, надлежащая символика соблюдена. Поэтому единственное, что я могу сказать, стоя рядом с этим священным для меня образом, слава Перуну, слава всем нашим родным богам. И слава их отцу и прародителю. Слава нашему деду Дождьбогу Ра. К великому сожалению, враги славянства, враги духовного развития пытались отпилить голову священному образу бога Перуна. Очевидно, они пытались и распилить голову сверху. Но люди сделали вставки, то есть люди пытались это восстановить, компенсировать. Тут же люди в дань уважения, в дань почтения Перуну забрасывают монетки, как бы символические жертвы Перуну. Я хочу сказать, что это не совсем целесообразно. Намного лучше было бы возлагать под образ Перуна какие-то сухарики, какие-то, может быть, фрукты, то есть то, что может принести реальную пользу тем животным, тем насекомым, которые здесь присутствуют, которые смогут это съесть, усвоить, и которым будет реальная польза.
Все мы части единого организма. Поэтому эти монетки, искусственное понятие современной цивилизации, они не приносят пользы ни Перуну, ни местным жителям. Однако какие-то съестные продукты реально смогли бы накормить живых существ, живущих возле образа Перуна, что было бы достаточно справедливо и целесообразно. Советую задуматься над этим. Также советую задуматься над проблематикой, которая сейчас существует в плане того, что враги пытаются уничтожить славянство и все его проявления, будь то образ Перуна или правдивая информация в интернете, будь то нападение на славянское святилище или нападение на славянский сайт, например, мой сайт и так далее. Поэтому нам надо еще качественней, еще продуктивнее, еще активнее распространять истинную информацию, истинное знание, дабы они смогли привести человечество к духовному развитию и процветанию. Слава Ра! Іскитський образ, як бачимо, складені на грудях руки, як бачимо меч, як бачимо священна сокира, кам'яні аналоги, яких високої якості ми бачили в краєзнавчому та археологічному музеї в Запоріжжі та на Хортиці. Бачимо також колчан, також на шиї бачимо гривну, також явно видно, що голова стилізована під коло, тобто під сонце, що пов'язує цей образ з сонячним культом. Остров Хортиця. Заходимо на територію, на которой присутствують древні скітські земляні піраміди, кургани, на которых также присутствуют образы богов. Входим на поляну, на которой присутствует огромное количество древних каменных образов Всевышнего Ра и наших родных богов-прародителей. Древний каменный образ Рады, Лады, богини-прародительницы, хранительницы и вдохновительницы Вселенной. Это наша мать, это мать всей Вселенной, Богородица. Это древний каменный ведический образ. И непосредственно и в символическом, и в визуальном плане от этого образа, от его символики происходят те изображения Иштар, те изображения Лакшми, Сехмет и в других культурах, где изображалась Рада, богиня-прародительница Вселенной, женское дополнение Всевышнего. То есть все сделано по кругу, опять точка, да, и в центре круга. То есть опять символика Солнца, символика галактики, Солнечной системы, где в центре Всевышний, вокруг Боги. И да, они от нас не прячутся, как на той поляне, потому что это древние каменные образы. То это поздние образы деревянные, и ну, там да, уже завелись куда личности. Селились, да. И тем личностям, которые хоть могут нас связать с богами, но не являются богами. Им не захотелось, чтобы я их снимал. Они мне все постирали. А эти родные, они своей энергетикой, они меня благословляют на съемку. Правда, тут и мертвяки присутствуют, и им это не очень нравится. Смотри, присутствуют прототипы шестоперов казацких. Ну вот сколько прототипов шестоперов. Ну, это же жернова. Да, но их можно сделать по разному принципу. А здесь именно шестоперов много. А смотри на общую планировку. Это крест в круге, это Ратайский крест. То есть опять, как в нашем священном знаке, который мы носим на шее,
где также присутствует символика и точки в круге Солнца, и креста в круге Ратай и справедливости равноконечного креста, так и здесь. Да, и жернова в центре, это тоже как символ, тут как бы сварги эти, желобки. И это есть. И смотри, другое, как здесь сделано. В центре большие жернова, и еще два маленьких. То есть, смотри, Ра, сяева которого идет калавратом, и Белбоги, Чернобог условно. Острів Хортиця, кургани. Як бачимо, тут є один великий курган, по колу від якого йдуть кургани поменші. Мені це планування нагадує сонячну систему, де в центрі Всевишній Ра, Сонце Бог, навколо якого інші боги, боги планет, боги, прародителі менших богів, на цілі одної з яких ми живемо. Боже роде Вишні Ра, вічна слава є твоя. Боже роде Вишні Ра, слава, слава є твоя. Боже роде Вишні Ра, слава є твоя. Славі твої прилинаю, твою славу прославляю, твою велич я прийду, твоє ім'я восхваляю. Боже роде Вишні Ра, вічна слава є твоя. Славні подвиги твої. Це коли я від нього щось требую, і так сказати, взамін жертви, да. Жертви, да. Я віддаю просто. Віддаю во славу Всевышнего Ра, духам местности, животним местности, живим существам этой местности, духу, который живет в этом образе, хранит его. Боже роде Вишні Ра, славні подвиги твої, Боже роде Вишні Ра, ми пожертви сі, Саура, Саура, рай, рай, сау, 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 вишні, сау, вишні, вишні, всевишні, сау, сау, Боже роде Вишні Ра.
Третий раз приходим на это место. Первый раз, когда мы пришли на это святилище, было сделано ряд фотографий, ряд видеозаписей. Они делались и сохранялись. Однако, потом духи-хранители этой местности, живущие в образах богов, стирали все данные, которые мы записывали. Это было первый раз, это было второй раз. Сегодня утром я освещал карты памяти всеми возможными охранными рунами, охранными молитвами. И, надеюсь, по воле Всевышнего, по воле богов, мне сегодня удастся исполнить свою прямую обязанность как священнослужителя, то есть помочь другим людям получить доступ к тому, что касается ведической культуры. А эти образы являются образами богов. То есть потенциально распространение фотографий и видео с ними может помочь людям привлечься к ведической культуре. Посему я и так настойчив в противостоянии с духами местности, и я надеюсь, что сегодня нам удастся запечатлеть нужные фотографии. С задних сторон этих деревянных образов присутствуют соответствующие надписи, точно так же, как и на образах, изготовляемых рахманской традицией Саагаста. На образах, которые изготовлялись в рахманской традиции Радагаста, надписи наносились не только сзади, но на всех удобных поверхностях образа. Так что, в принципе, та традиция, по которой изготовлялись эти образы, по ряду признаков близка рахманской традиции, что, в принципе, очень хорошо. Остров Хортица интересен по многим причинам. Во-первых, это и соединение практически первозданной природы с современными технократическими элементами, Днепрогэс и так далее, что в принципе можно видеть за моей спиной. И здесь же, на острове, на котором ездят машины, на котором присутствуют другие элементы современной цивилизации, стоят ведические образы богов. Это прекрасно. Образы богов соответствуют, в принципе, основной идеи, которую они должны передавать. Однако, я хочу сказать, что в этих образах живут личности.
Ситуация до некоторой степени близка той, которая происходит с христианскими иконами, когда вследствие неправильных обрядов поклонения в каждой из них заводится отдельная личность, которая считает себя Иисусом или Богоматерью и даже не осознает того, что есть настоящий Иисус и есть настоящая Мария. Также и в этих образах живут существа. Насколько я понимаю, они могут дать возможность человеку направиться с их помощью ко Всевышнему. Однако, дважды они терли мне карты памяти, так как не хотели, чтобы их образы были запечатлены на видео и, соответственно, использовались далее в интернете и в других местах. Осветив карту памяти всеми известными мне способами, я надеюсь, что это видео уже сохранится и что я смогу предоставить его вашему вниманию. Слава Ра! Наши древние предки прекрасно знали строение мироздания. В честь этого они изготавливали пысанки на Велыкодень, чтобы обозначить мировое яйцо и свои планы в творимой ими Вселенной на следующий год. И также, зная строение Вселенной, наши предки изображали его в виде обелисков. Обелиск, как игла, присутствует в мировом яйце. Здесь можно вспомнить иглу в яйце в сказке о Кощее. Этот вселенский обелиск находится в центре яйца, а на пересечении его четырехгранной колонны и пирамиды, венчающей его в этой плоскости, находится то, что осязается и изучается современными учеными как Вселенная. В каком-то смысле создание Всевышним Аллатара в яйце путем поднятия на своей мысли, путем создания вокруг себя сварги, что дало возможность ему воплотить многих своих сыновей, для примитивных сознаний это объяснялось путем сравнения Аллатара с фалосом или в других вариантах с мировым древом, или в других вариантах с мировой горой. Поэтому в Индии и существует почитание лингама, поэтому некоторые современные неоязыческие родноверческие общины и устанавливают на своих святилищах, на своих капищах подобные столбы, символизирующие на самом возвышенном плане строение Вселенной, но понимаемые примитивными сознаниями, как фалос, символизирующий плодородие. Я же всегда призываю вас мыслить по самому высшему из возможных стандартов. Мы дети Всевышнего, мы потенциальные боги-творцы. Зачем же самим для себя нам устанавливать ограничивающие нас рамки? Нам надо выходить за те рамки, которые пытались нам навязать паразиты. Нам надо развиваться, заполняя эту Вселенную и создавая новые Вселенные, таким путем уподобляясь нашему Творцу, образом и подобием которого, в принципе, мы и являемся. Слава ему! Интересный деревянный стул, напомнивший мне тот трон, который археологи нашли на севере Евразии, который наши предки использовали для своих ритуалов, своих мистерий еще тысячи лет назад. В принципе, от изображения подобных тронов, подобных престолов, стульев и произошел египетский иероглиф, означающий трон и, соответственно, идею власти. И интересно, что звучание этого иероглифа «сет», от чего и происходят слова «сидеть», «седалище» и так далее. То есть, что? По-английски «сет». Ну да. То есть «сет» как идея Бога, который является сидящим на престоле сейчас, нынешним действительным правителем нашей планеты. Так как в Ведах и объясняется, что Сет, Велес, является действительным явным владыкой нашей планеты уже 5000 лет. Остров Хортица – вход на святилище, на котором присутствуют деревянные образы богов. Остров Хортица – недалеко от профилактория Запорожь-Стали, Сосновая роща. Тут мы видим раскопки древнего каменного святилища. Археологи выкопали камни этого святилища. Археологи сложили эти камни в небольшие груды. Но они складывали эти кучи без учета того, как камни размещались в самом святилище. Поэтому
реконструировать дальше изначальный вид святилища будет еще тяжелее. Из расположения груд камней и из той формы, которая здесь могла быть, я могу сделать предположение, что здесь был шестигранник, то есть знак Перуна, или же, возможно, восьмигранник, то есть знак Сварога. Однако по факту это определить очень сложно. Камни раскапываемого святилища на острове Хортица. Как мы видим, грани этих камней в некоторых местах практически идеально ровные. Эти грани, а также их возможное вероятное соотношение, мне напоминает полигональную кладку. Вася, номера там походили. Они все пронумерованы. Ну, понятно. Поверхность очень ровная, и смотри, опять сделана ступенька для полигональной кладки. Да, она длиннее там. То есть можно не так, можно просто по ходу линии дальше туда пройти и все. Ну, фактически ровная. Возможно, они были составлены как-то полигонально. Грани, может, да? И нет. Ну да. То есть меня заинтересовала, допустим, эта впадина в камне. А, вижу, да. Она как будто это самое. То есть я не могу понять, что у какого-то другого камня был выступ? Не-не-не, это все, это не просто, да. Вот такой камень. Ее каким-то образом, видишь, подгоняли. Конечно, то есть части древней полигональной кладки. Да, да, да. Возможно, все камни святилища были как-то составлены это, всего, изначально. Да, опять, смотри, да, да? Здесь заровненная грань. Здесь, вот. Да. Смотри, заровненная. Тут я согласен с тобой. Да. Идеально ровный скол. Идеально. Вот эта грань. Это был рисунок, да. Здесь вот, у камня ровная грань. Смотри, вот здесь шикарнейший. Да, тоже. Это все был рисунок. Вот рисунок, шикарнейший. Вот, смотри. А ну? Как? Да. Да, ну, полигональная кладка, как да. В Египте, как вот тоже, смотри, вот они, в Мезоамерике. Вот они выбивали. Вот выбивали. Ну, здесь вообще как ступеньки такие. Да, да, то есть нам надо знать, как это, говорю, это было сложено. Ну, смотрите, как здесь это ровно, как это, ну, саблей отрубили. Да, тут они в кучу, конечно, но какими-то, не знаю, ну, границы... Эти камни, смотрите, они тоже рубленные, братья и сестры. Гранит так вытачивать, это... Не, гранит колется. Есть специальные он, эти, не, да, ну, да он может, он скорпели, смотри, откольники. Он будет так вот крошиться, как бог. А вот вообще, глянь, какая старинная. Один из чуров, указывающих направление дороги к святилищам острова Хортица. Виходимо на одне з древніх святилищ острова Хортиці. На святилищі знаходяться два кам'яні кола. Ці кола призначені для розпалення вогнища. Розпалювались два агнища, навколо яких водились хороводи. Навколо одного хлопці, навколо іншого дівчата. На спеціальний знак хороводи зупинялись. Ті, хто в цей момент опинилися спиною до спини, вважались нареченними. І далі, в залежності від обряду, в залежності від племенної чи культової приналежності тих, хто проходили цей обряд, вони могли пройти додаткові обряди, пройти додаткові випробування, чи одразу вважатись нареченою парою, яка далі мала піти до води, очиститись та зачати нове життя. Изображение богини веры, богини знаний, соответствующей характерной короной. А это как?